Люди зажигаются друг от друга прежде всего. Потому что когда человек сам по себе, чем зажигается, по какому поводу? Вот, даже мужчина зажигается о женщину, да, женщина о мужчину. Соответственно, музыканты друг от друга тоже во время какого-то некого творческого акта. Если я сижу на кухне, пью пиво, мне, в общем-то, никакой творческий акт нафиг не сдался. Вот, но я прихожу на репетицию, там Бурков, вот, там Русланов, да. Вот, и, соответственно, во взаимодействии, то есть это нечто вроде такого, то есть со стороны мы просто пьем чай, о чем-то говорим, на самом деле мы занимаемся приманиванием небесного огня в этот момент. Ну, вот, и, соответственно, когда он на нас сверху обрушивается, ну, наша задача его поймать и запаковать в какие-то удобоваримые для других формы. Вот. Вот, собственно говоря, суть нашей работы. Да? Наш подарок мы получаем, когда приходит этот огонь, вот, а потом пытаемся этот подарок передать как бы дальше по назначению.